Ты что, вообще не веришь в чудеса под Новый год? Ну да, ты мне еще про Деда Мороза расскажи. Лиза, что ты наделала? Я не верю, что ты можешь измениться. Уже никто ни во что не верит. Что с ним? Изабелла, я мечтал об одном, чтобы в новом году все изменилось. Зак, ты о чем говоришь? Где мечты сбываются только у тех, кто в них верит. Изабелла, выходи за меня замуж. Зак, я согласна, я только об этом и мечтала. Я был злым, я ненавидел весь мир, но я очень хочу измениться. Что происходит? Ты никогда не станешь добрым. Лиза, прости, но я хочу начать жизнь сначала. Я это смогу. Что? Посмотри, это ты. Ты всегда будешь плохим. Простите, я не смогу вам помочь. Боюсь, мы опоздали. Уже все разучились мечтать. Балди, скорее помогай собирать подарки. Может, я их все себе заберу? Я все уничтожил, и ты ничего не сможешь сделать. Нет, стой! Мяу, кто ходит в школу, ставь лайк. И мне очень, котята, нужна ваша помощь. Досмотри серию до конца. Помоги мне. Ребят, надо спасать Новый год! Короче, уже никто ни во что не верит, Балди, поэтому... Я загадал желание, оно сбылось! Я загадал стать худым! Так вот, чем мы такие худые! Прикиньте, сбываются желания! Гляньте, какой я стройный, с чашечкой! Так зачем оно тебе надо? А теперь ты есть хочешь! Теперь будешь кушать бесконечно хотеть! Я уже проголодался! Так, отправляемся скорее, нас уже лагерь ждет! Ой, я думал, на лимузине поедем, а тут звери какие-то! Ты шо, в Санте, на оленях, конечно, надо лететь! Как... Спешите! Осталось очень мало времени. Какие же вы глупые. Вы уже опоздали. Вау, смотрите, куда нас перенесло. Давай, кидай, Балди. Да хватит, у меня уже все штаны мокрые за ушами. Да я со снегом соскучилась. Я тоже. Ладно, да, давай искать. Где Санта? Где этот Дед Мороз? Как Дед его Мороз, там? Он должен ночью прийти. Короче. В трубе. Не знаю, Дед в трубе. Пошли посмотрим, может, он на втором этаже? А, нет, здесь спальня. Смотри, уже носки развешаны. Смотрите, у меня какая-то штука появилась. Это что это? Мне кажется, я сейчас еще это. Санта там! Подождите, а вдруг это меня отравили? Я что-то умру. А, еще этот монстр появится в этом лагере. Надо текать. А это лагерь? Куда тебя она ведет? А куда она меня ведет? В стенку? Проходи сквозь стенку! Да ладно, ребята, смотрите, я молоко с печеньем все, достала. Положи. Мама, я как раз Санты. Кушать сейчас будем. Вау, а что случилось? Свет потух. Походу, Санта пришел. Короче, в Америке кладут печенье с молоком, чтобы пришел тебе Дед Мороз. Поэтому идем смотреть. Может, наконец-то спасем Новый год. Валерий, ты что сделала с Сантой? Он что, хромой теперь? Простите, я не могу вам помочь. Вам нужно найти Мун. Она поможет спасти Новый год. Заходите скорее, я знаю, чем вам помочь. Мое желание уже исполнилось. Балди! Ты чего, в туалет загадал? Глянь, какой классный. Ты не мог что-то другое загадать, Балди. Смотри, туалет и туалет. Короче, у него желания простые. Ладно, идем скорее. А вы не подглядывайте. Она нас здесь еще кормить так, будет, будет да. Вкусняхи. Так, слушайте, а у нее тоже подарки под елочкой, смотрите. Елочка. А чем она нам может помочь, кстати? Идем сюда. Какой борщ? Я хотел вкусняшки. Какой борщ? Тетя Мун, ты шо? Она, короче, решила Балди накормить борщом. Вот так тебе и надо. Нечего ходить только по праздникам пожрать. Где Балди? Выход отсюда? Короче, идем мыть руки. Так, все. Слушай, это был горячий шоколад. Балди, это никакой не борщ. Отлично, я согласен. Я смотри, у меня смайлик, зефирка в стаканчике. Лянь, что-то Мун так подозрительно сзади меня стоит, ребят. Она исчезла. Ой. Зак, прости, но начальник сказал посадить тебя назад в тюрьму. За что? Ведь меня уже отпустили. Ненавижу его. Я ненавижу этот мир, и я уничтожу всех. Я что-то ничего не понимаю. И вообще кто-то мной руководит, ребят. Это не я иду. Балди, ты тоже? Да, я сам бегу. А, тут что-то написано, записка. А, это про Мун, ее похитили, короче. Потому что никто не верит уже ни в какие праздники, никакие чудеса. Спасти Мун или бежать в автобус? Давайте. Жалкие, бегите домой, чтобы себя хоть спасти. Ну что, может, автобус? Все выбрали ее спасти. Давайте Мун спасем. Ну ладно, может, тогда мы все-таки спасем и Новый год. Кто там стоит? Я не знаю. Кто это?
Я не пойму, это какой-то белый призрак. Он, гляньте, он такой необычный. Ничего себе! Ты чего там стоишь? А ну слезай с нашего окна. А может быть это хороший призрак? И нам нужно наоборот ему чем-то помочь? Я что-то его боюсь. Нет, я, честно говоря, тоже стрёмно. Он с нас жжёт. Он исчез, ребят. Что происходит? Рано же бежать куда-то, ребят. Выходим. Девочка, нам надо бежать. Так а где Мун? Я не знаю. А написано, чтобы мы нашли Мун. Блин, я темноты боюсь, я паркура не люблю. Слушайте, мы в какую-то пещеру упали. Девочка, подскажи нам. Хорошая работа. Отправляйтесь спасать куда? Я не пойму, куда бежать. Отправляйтесь туда спасать. Нужно ее проникнуть в какую-то пещеру. Ай, я поняла. Мама, бежит. Стена. Ребята, стена двигается на нас. Валим. Кто это придумал? Не знаю. Понятия не имею. Это придумала эта девочка. Быстрее прыгаем, быстрее. Сейчас все какао расхлебываем сейчас. Да хоть бы не какао, хоть бы штаны твои не подпалили, балди. Так, тихо, Рейс, быстрее, стена двигается так быстро. Ой, я уже, Валерий, ты там ожила? Ко мне пришла стена! Балди, быстрее, пожалуйста! Ты в какую сторону бежишь? Балди, ты в какую сторону прыгаешь? А, я забыл! А, она в ту сторону, Балди! А, я провалилась прям в дырку эту, блин! Это был унитаз! 35 робоксов, блин, ничего себе! А что дальше? А дальше мы ждем? Мы выжили только втроем, да, ребят! Да, нужно в уголок! О, ребята, нам тут надо подарки собрать. Давайте к себе домой отвезем, пока никто не видит. Олень не расскажет. Балди, какой домой? Это смотри, все... Смотри, олень говорит, что ему нужна помощь. Олени не могут говорить. Короче, Валерий мы потеряли, она упала с оленя. Мы, короче, отправляемся к Санте или к Морозу деду, к этому, где он делает подарки. На фабрику подарков. Да, смотри. О, круто. Я здесь буду жить. Гляньте, как здесь столько подарков. Балди, от нас вообще-то зависит, поверят ребята в Новый год или нет. Хорошо, мы спасем, сейчас я всех спасу. Давай, все подарки. Ты прям вообще не спасаешь. Надо сбрасывать нам все подарки в черную штучку. Да, они все попали на эти сани, поэтому запрыгивай, помчались. Сани. Прыгаем, поехали. Ладно. Мама, что ты мое место занял? Почему это твое место? Я занимал место? Там. У меня билет. Короче, мы сейчас соберем все подарки и подарим всем ребятам. И они все поверят в Новый год и в то, что надо загадывать желания. И Леру спасти. Лиза, что ты наделала? Ты превратила меня опять в монстра. Как мы опоздали? Как? Подождите, Мун уже становится злая. Смотрите. Она не поверила в Рождество. Мы думали, это чудик добрый. Он, наверное, все-таки добрый, но он пытался ее защитить, но не получается. Смотри, ее уже охватило, и она стала плохой. Ребят, что делать? Что вы здесь делаете? Убирайте. Пошлите отсюда, короче. Монстр говорит, что бегите, потому что она сейчас нас не выпустит. А если мы загадаем желание, чтобы она стала доброй? Ага, конечно. Может, ноги уносить быстрее будет? На Новый год! Вернитесь скорее. Балди, она что-то это уже... Быстрее текаем. Вы видели ее лицо? Мне что-то вообще не понравилось. Мне тоже. Мы сбежали? Где мы? Не знаю. А где наш автобус? А впереди стоит. А написано, что конец, финал. И мы действительно, ты, Балди, испугался. Конечно, испугался. Теперь ждем 12 часов ночи. И если вы, ребята, поверите в волшебство, то мы спасем Новый год. Че, где? Где Санта? Санта, ты где? Вот Санта, ты на автобусе. А, на автобусе? Балди, выбегай скорее, идем. А я думал, он встал и пошел. Ага, вон он, смотри, на автобусе стоит. Да, он говорит нам спасибо, что вы спасли Рождество. Короче, ребят, вы молодцы, вы поверили, и это правильно, надо верить. Поехали. Всегда, поэтому мечты наши сбудутся. Мама. Полетели на оленях. Я застрял. Кстати, а что было бы, если бы мы не выбрали спасти Мун? Был бы плохой конец, получается, что в этом доме что-то случилось, и прилетела вся полиция, поприезжала. Наверное, она нас всех тут поймала. Сейчас мы найдем, кто виноват! Я не знаю, смотрите, уже полиция стоит вокруг автобуса и пишет, что в этой ночи в этом доме произошло убийство. Кого? Мисс Мун убили? Походу нас, а не мисс Мун. Нас? Да, мы все погибли в этом доме. Ущипните меня! Вон она вверху появилась! Она написала, что... Плохая концовка. Да. А, кстати, здесь есть еще и секретная концовка. А, вот на вот эту зеленую кнопку надо нажать. И мы что-то сейчас увидим. Ну что, пойдем? Решимся? Да. А кушать дадут? Да, конечно. И догонят еще. Здесь, получается, мы попадаем в какое-то секретное место, и где Мун становится монстром. Ничего себе! Ничего себе! Солнышки, не забывайте подписываться на наши новые каналы. Валеришка Макс, где играет наша собака в мороженщика.
Наша Валеришка Фэмили, где Валерий сочиняет нам ужасные челленджи и непонятно чем нас кормит. Поэтому переходите по ссылочке на наши новые каналы. Встречаемся в следующей серии. И не забывайте, Сашки, вы нас самые лучшие. Очень хорошо, любим. Всем!